Всем приветики. Сегодня ко мне пришла посылочка, ну, извещение, что нужно получить посылочку. А я посмотрел, а у меня нет такого номера, ну, как бы, который мне пришел. Я пошел, получил посылочку, и это был вот такой вот инструмент, зачищающий провода. Хотя я точно такой же получал. И я посмотрел, ну, просто на него наклеили другой номер, потому что он был под точно таким же номером, как и этот. То есть мне продавец отправил два одинаковых предмета товара, хотя я заказал всего лишь один. Они реально одинаковые. То есть я заказал один вот такой вот инструмент, а продавец мне почему-то отправил два, причем под одинаковыми номерами. Я сначала получил этот, а сегодня ко мне пришел вот этот. Я даже удивился. Я сначала, когда шел домой с посылкой, я думал, что же там внутри, потому что у меня такого номера, который на ней был, нету. А там оказалось... А тот второй номер, который там был, по нему я уже получил вот эту штуку. Но я об этом сразу не знал, там был другой номер. И когда я открыл, я удивился. У меня впервые такое, что продавец мне отправляет два одинаковых заказа. И в итоге у меня теперь два одинаковых инструмента. Хотя я заказал только вот этот один. Но мне прислали второй. Я удивился, конечно. Но и обрадовался немножко. То, что за одну цену два предмета. Прикольно. Первый раз со мной такое случилось. Вот. Бывает же такое. Как они так умудрились? Может быть, у них там команда какая-то работает. И когда они получили мой заказ, один пошел, отправил этот предмет. А второй параллельно с ним пошел, тоже отправил предмет. Не знаю, что первый отправил. И в итоге... Когда они встретились, уже было поздно, посылки ушли уже. И все, и ко мне пришли два предмета. Так вот, бывает, оказывается. Такой вот у меня сегодня был случай. Вот. Ну, на этом все. Всем покедова.